Ура, ребятки, мы перешли в высшую лигу. С вами Александр, легенды Дракономании. Правда, не знаю, в какую именно лигу я перешел и куда я перешел. Главный приз – пылающие обломки. А что с ними делать? Понятия не имею, ребятки. О, у нас сейчас будет большое торжество, ребятки. 2,5 миллиона у нас уже есть. Сейчас будем с вами пировать. Так, ну, а точнее у нас есть маленькая мечта, которая осуществилась. Мы купим вот этот остров. Ура, за 2,5 миллиона. Ух ты, смотрите, здесь ветер, здесь песок, кактусы. Как красиво все нарисовано, прям жалко это все дело убирать. Ладно, к его очистке я приступлю чуть попозже. А сейчас давайте все-таки поставим задание, на что у нас хватит денег. На 1500 поставил. Ну я дал. Так. Что-то лучше, чем ничего, так что хоть по 15 000. Вот еще хватит на одно задание у нас. Ну, вроде бы как все пределы. И у нас есть новичок, ребятки. Это у нас индукция. Yes. Такой няшный дракончик. Давайте его покормим. Давай. А на каком уровне ты вырастешь? На 4-м. Прикольно. Смотрите, у него электричество от хвоста к спине, короче, гуляет классно. Так, по-моему, у меня еще кто-то должен был быть. Так. Так, индукция. Давайте про него немножко глянем. Индукция. Драконы индукции умные и вообще очень разносторонние существа. Тренер сожалеет, что создал их. Почти так же, как о страже для новой фотографии. Не понимаю, почему тренер сожалеет. Это у нас обычный дракончик. Так, по-моему, у меня еще был какой-то малыш. Да, ребятки, вот у меня еще есть малыш. И это у нас плазма. Кстати, плазма можно создавать с помощью электричества. Так, монстрик, это у нас обыкновенный. Это дракон, доказательство того, что навыки его тренера значительно улучшились. Драконы плазмы не жидкий и не твердый, а просто потрясающий, да. Давайте тоже же его покормим. Смотрим, вот так вот он у нас точит все. И давайте теперь на 10-й. Забросаем его едой. Вот такой вот классненький тоже, смотрите, у нас, да, у него и голова, и крылья покрыты такой вот плазмой, которая переливается. Ух ты, и он голодный. Не будем тебя больше покормить пока что. Так, ну, не знаю, ребяточки, получилось ли мне восстановить первый кусочек этого видео или нет. На всякий случай, поздороваюсь с вами еще раз. С вами Александр, канал Линка Гейм. Приветствую всех новоприбывших. Так, мы купили остров за 2,5 миллиона. На всякий случай повторю, а то мне кажется, что такое большое видео могло и не восстановиться. Так, у меня попался вот такой вот дракончик. Мне его за что-то дали, я не знаю, за что его дали. Он какой-то мне хитмена напоминает, это эпический. О, у меня даже есть куда его разместить. Это очень круто. А ну-ка, давайте смотреть. Это у нас кто? Это у нас Agent. Так, агент. Драконы-агенты очень скрытные. Не рассказывают о своих передвижениях. Тренеру уже надоело их выслеживать. Кажется, подопечные просто исчезают. У нас пустота, металл и камень. Вот такой вот у нас дракончик, давайте его сейчас будем кормить. Откормим его хотя бы на 10 уровень.
Да, монет у нас совсем нет, а дракончик у нас вот такой вот. Ходит как тюлень. Не, что ты тут рот отзеваешь? 2000 на 10 уровне он приносит. А ну-ка. Так, а ты... Ух ты, так он у нас очень крутой. Смотрите, как много он приносит. Так. Так, вот. А сколько приносит наша плазма? Плазма приносит не так уж много, всего лишь 1000. Так, и кто мне еще? Где тут мой новичок? Вот, индукция. А, ну индукция не может приносить больше. Так, ух ты, круто. Очень круто. Мне вот интересно, сколько приносишь ты? 3000, ну так это на каком уровне? Давайте сейчас откормим агента еще больше. Он все-таки эпический, можно и покормить. Он очень много денег приносит. 2000. Ну, вот, 3 косаря практически приносит на 16 уровне. Это очень хорошо. Так, а где мой тут апельсин? Апельсин маловато приносит, конечно, апельсинчик наш. Можно откормить его на 20-й. Хватит же. Так, ну, мне нужно всего улучшать. Ну-ка, денег у нас просто не хватит на эти все улучшения. Так. Вот, у нас еще яйцо появилось, ребятки. Так. И кого нам нужно вывести? Давайте посмотрим. Дракон с 3 стихиями. Ну, это у нас и так получается. Дракон земли, воды и энергии. Ну, вот никак у меня не получается. Я уже много комбинаций делал. Ну, давайте еще. Дракон земли, воды и энергии. Подожди, земли или зелени? Зелени. Все правильно, зелени. Я и пытался выводить зелень. Ну вот, зелень и вода с любым драконом энергии. Правильно? Там же не написано, что он должен быть... Или написано. Должен ли быть он гибридом или нет, не знаю. Пусть будет вот так вот. Так. С этим разобрались. Денежек совсем у нас нет. Совсем нет денежек. Так. Золотая шахта. Нет, 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 не хочу. Давайте посмотрим, какие у нас здесь есть задания. Нанесите идеальные удары. Это мы легко выполним. Давайте вот эту вот область какую-то завоюем. Так, у меня металлического надо качнуть и каменного своего дракончика тоже качнуть, если хватит на 20 уровень. Так. Ну, они слабые, то есть можно, в принципе, просто атаковать. Идеальный удар. Нам нужно, по-моему, всего лишь 3 сделать, чтобы победить. Ну, выполнить эту часть задания. Так, идеально. Так, такой у меня теперь уже тоже есть. Индеец. Дракон-индеец. Ах, немножко не дотащил. Но самые сильные удары, удары зелени. Пока что. Ё-моё, ну случайно палец отводил назад. Но на самом деле на силу удара это не очень влияет. А вот промазать легко. Но мы выполнили свое задание. И заодно и победили, ребятки. Так, 2. Еще давайте 2 нам. Оу, может мы получим сундучок. Так. Давайте пойдем в дуэль. Не знаю, зачем нам сюда отправляет. Ну, куда нас... Ух ты! А почему такие слабые? Можно их за один удар всех? Задание выполнено. А, нам нужно было просто победить нескольких. 4700 за один удар. Вот это нормалек. Понимаю. Ну, апельсинчика я прокачал, да. Металлического надо прокачать, потому что он у нас слабоват.
Давайте вот, где ты наш металл? Давайте его качнем на 20-й. Все, еда закончилась. Спасибо. Так, у нас остается еще один бальчик. Так, 3-3-3, давайте. Победим еще одного дракончика. Это такая легкотня. Легкая прогулка, ребята. Не бушуй, облако. Идеальный удар. Тоже выполнили задание. Так, ну тут два арбуза, но у меня энергия закончилась. У меня закончилась энергия. Так, как узнать, сколько у меня вот таких вот значков энергии внизу взять? 3 штуки. Откуда их взять? Не знаю. Даже не догадываюсь. Давайте тогда пойдем куда? В колдовскую лигу. У нас здесь есть сундук. Ладно, не буду отвлекаться пока что. Вот этот у нас готов. У меня этих зелий уже не знаю сколько. Их очень много что-то разных. Давайте пойдем в лигу. Так, 98 кубков. Ну, давайте пойдем. Ух ты, прикольное зелье у меня. Но они тут не страшные, так что, я думаю, можно идти атаковать. Так, что-то стихии неправильно подобрал. Он завалил моего дракончика. 20-й? Да вот так вот. Прощай, мой друг. 9000. Ну, теперь я хоть знаю, сколько у него жизни было. Так, теперь 17-й. Давайте апельсинчика моего выпустим. Так, с этим разобрались. А этот 16-го. Да, добьем его. Он слабенько бьет. Стихия воды. Ни о чем. Ну, по крайней мере, он заколдован. А подождите, он как это? У него не заколдован. Как это он так? Я могу ставить туда... А, ну в защиту можно ставить не заколдованных, получается, да? Но мне нужно наколдовать металлического нашего. Вот наша награда. Минус один. Ключик. Так, с этим разобрались. Так, так, так. Слияние. Не, не слияние. Давайте... колдовать. Вот. Я хочу заколдовать его. Так, блин, ну нету. Не хватает мне, ребята. Не хватает мне этих кусочков. Желтых тем более, наверное, не хватает. Ну... такое. А зеленых? О, зеленых можно насливать. Но все равно не хватает. 9, а надо 14. Ну, обычных я не хочу качать. Будем качать, естественно, только эпических. Иначе это, ну, зачем? Это просто трата времени получается. Так. Ну, давайте, может... А, здесь у нас кто-то гуляет уже. Давайте отправим кого-то в призрачный корабль. А, кормить, 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 кормить. Я тебе могу покормить? Раз, два, три. Ура! Как раз хватило на 15 уровень. Со 100% вероятностью они что-нибудь найдут.
Да, вот только что непонятно. Так, ну мы гуляем и там, так что теперь у нас много, ребятки, территорий. Будем мы усиленно расти и расширяться. Что ж, на этом я серику закончу. Деньги все потратили, еду всю потратили. Много чего полезного успели сделать. Вот у нас еще выводятся дракончики. Да, ну у меня вот такие вот задания. Так, кто знает, как вывести дракона... А, ну дракона трех стихий это любого, я так понимаю. У меня есть такие драконы уже. Ну и вот что с этим заданием делать, тоже подскажите. Я уже много попыток, 10 сделал, что-то никак-то не получается. Так, я держу, ну, это мы как-нибудь выполним. Ну все, на этом все, до скорых встреч.